Мой родной человек – моя мама. Она сильная женщина, но, впрочем, она добрая, нежная, ласковая, непредсказуемая, умная и очень красивая. Ее глаза – как будто восходящее солнце над морем. Волосы – как река. Она любит вязать и меня учит. Я ее очень сильно люблю. Мама для каждого человека значит очень много. Я ее очень сильно люблю и уважаю. Я люблю просто за то, что она есть, а не за какие-то подарки или что-то подобное. Я горжусь своей мамочкой. Она самый близкий и дорогой мне человек. Она очень красивая. Мне нравятся ее глаза. Они сверкают добром и передают ее другим. Ее заботливые и нежные руки очень дороги мне. Мама, какое красивое слово. Моя мама самая лучшая. У моей мамы зеленые глаза, она невысокого роста. Для меня мама самая красивая, а нас у мамы двое. Когда мама радуется, радуюсь и я. Когда мама улыбается, улыбаюсь и я. Мама – это самый важный человек в жизни каждого ребенка. Когда мы вырастаем и становимся взрослыми, для мамы мы навсегда остаемся маленькими. Мама будет всегда нас заботиться и любить, как в детстве. Мама зовут Наташа. Она очень красивая и добрая. Она любит готовить. У нее красивые голубые глаза. Она энергичная и жизнерадостная. Работает на Кадошкинском электротехническом заводе. Она готова прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается. Я люблю свою маму. Когда я вырасту, я тоже буду заботиться о своей маме и о своих детях, так, как она заботится обо мне. Моя мама – мой лучший друг. Когда я рассказываю ей о моих секретах, она их никому не рассказывает, даже папе. Когда у меня происходит сложная ситуация, я всегда обращаюсь только к ней. Она всегда выслушает и подскажет, как сделать правильно. Самый дорогой человек для меня – это моя мама. Моя мама приветливая, добрая, ласковая, нежная, жизнерадостная. Она умеет поддерживать трудную минуту и дать добрый совет. Моя мама очень женственная, у нее красивые волосы. Глаза у моей мамы карие и очень приветливые. Они всегда ясные. Лицо ее всегда озарено ласковой улыбкой. Моя мама любит готовить, а я люблю помогать ей в этом. Она учит меня нужным и полезным знаниям. Спасибо, мам, тебе за то, что ты у меня есть, и что твое сердце всегда готово любить и прощать. Мамочка – это слово излучает доброту и нежность. Оно такое теплое, как мягкий плед в холодную пору, как чашечка горячего чая после долгой зимней прогулки. Мамочка – это самый родной мне человек. Она для меня самая добрая, самая красивая, самая заботливая мама. Моя мамочка всегда будет для меня примером. Мою маму зовут Светлана. Она выглядит очень молодо. У нее красивые прямые волосы и зеленые глаза. Она мастерица на все руки. Мама очень вкусно готовит. Особенно мне нравятся ее черты характера. Она нежная, заботливая. В свободное время мы с мамой смотрим телевизор. Спасибо, мама, за то, что ты рядом со мной.